Здравствуйте, друзья. Ну и не только друзья, наверное. Это снова Алекс Якубсон, известный также как Spike Apples. Я хочу поделиться несколькими мыслями, рассуждениями, пришедшими мне в голову после нашей еще одной беседы, такого аудиомоста с Колей Кочелягиным. У меня вот даже тут такая шпаргалка заготовлена, чтобы я мог более так уверенно делиться своими мыслями, как Леонид Ильич в свое время делал. Вот. Ну и я хочу начать вот с чего. В одном из предыдущих разговоров я упоминал такого американского ученого, его считают историком науки, философом науки, Томаса Куна. Он, собственно говоря, популяризировал в свое время сейчас очень такое популярное словечко «парадигма», особенно, по-моему, популярное в России, насколько я замечаю. Вот, может быть, я не прав. Значит, он популяризировал это слово, когда рассуждал о различных системах научного, как бы, ну, мысли, что ли, различных научных мировоззрениях, там, теориях и так далее, и о смене одних на другие. И он заметил, что появлению новой парадигмы в той или иной науке, по его мнению, часто предшествует огромное, как бы, просто беспрецедентное увеличение существующих теорий и их модификаций. И просто я хотел заметить, что вот глядя на тот разброс идей, мнений относительно, скажем, и российской истории, и российской реальности, и российского будущего, и то же самое я вижу в Америке, то же самое вижу по всему миру, начинаешь испытывать такое вот чувство, что возможно рождение какой-то новой парадигмы, там, политической, религиозной, философской и прочей, экономической, и совсем не за горами. Хотя, честно говоря, экономическое в целом лично меня устраивает. А теперь, значит, более земные вещи. Мы с Колей много разговариваем о том, скажем, вот как надо ли России защищать русских там на Украине или еще где-то не надо, как вообще России застолбить свое влияние в мире, чтобы она чувствовала свою, так сказать, self-worth, да, как бы самоценность. Я просто хотел заметить, вот по факту, если взять те же Донецкую и Луганскую народные республики, если взять до этого то, что уже давно известно о Приднестровье, качество этого русского мира, который пока вот создан на этих клочках территории, оно как бы говорит само за себя. Недавно уже было сообщение, что появилась фактически третья сила в конфликте Украины и Луганды, так называемой, это наркоторговцы. Тем более, что Луганда какое-то количество берега, какую-то часть берега Азовского моря контролирует, и там вполне можно заниматься контрабандой наркотиков и все такого прочего. То же самое, насколько я знаю, давным-давно имеет место быть в самом Приднестровье. Вот судите после этого. Я, конечно, понимаю, можно все списать на то, что, ну, это при Путине, так получается, Путин не пошел до конца, Путин не ввел войска, может быть, он навел бы порядок. Но, мне кажется, состояние дел и в России при самом Путине говорит о том, что никакого лучшего порядка ни в ДНР, ни в ЛНР не было бы. И, к сожалению, на данный момент просто никакого, вот никакой просто модели лучшей общественного и политического, экономического устройства, которое могла бы предложить Россия, не обязательно официальной, альтернативной даже нынешним официальным, никакой модели, которая могла бы создать элементарно хорошую жизнь на тех территориях, на которые так называемый русский мир претендует, к сожалению, нету. И когда мы говорим о том, что вот мы можем, Россия может что-то такое свое представить, к сожалению, на данный момент, увы, мне кажется, не может. Еще вот такой момент,
Николай спрашивал меня, собственно говоря, это предполагалось, насколько я понимаю, как одна из тем наших следующих разговоров. Возможно, мы еще об этом поговорим. О том, когда могут начаться перемены к более позитивному устройству, там, социальному, опять же, и прочему в самой России. Вот я вот так навскидку подумал. Мы уже говорили о Северной Корее, о том, что российские компании, многие крупные на Дальнем Востоке, прошу прощения, моментально эта проблема небольшая с освещением. Все восстановлено. Что крупные российские компании на Дальнем Востоке пользуются фактически рабским трудом северокорейских выходцев. Вообще фактически это более рабский труд, чем то, что мы обычно понимаем под рабским трудом, будь то в Древнем Риме или в Американской Конфедерации Южной, потому что у рабов были аболиционисты, были люди, которые за них заступались, и были просто определенные законы и правила, которые прописывали, что с рабом делать можно, что нельзя. С этими людьми из Северной Кореи практически ничего нет. У них нет заступников, у них нету прописанных правил, что с ними можно делать. Поэтому это, в общем-то, хуже. Так вот, я просто хотел это сравнить, например, с тем, как Генри Форд в 20-е годы понял, что... И Генри Форд очень спорная была фигура. Одно время он был антисемитом, там и просто как бы его взгляды были довольно такие шахматные или шашечные. То есть как бы где-то хорошо, где-то не очень. Но тем не менее, он был гениальный бизнесмен. И он понял первым, что первыми покупателями его же продукции являются его же работники. И он начал там где-то в 20-е годы чуть ли не зарплату автомобилями выдавать. Вот, наверное, когда российские, прежде всего, вот предприниматели, элита деловая, элита экономическая, поймет, что на самом деле ей выгодно было бы иметь состоятельную экономически и хорошо обученную, сознательную, активную рабочую силу, а не безмолвную и забитую. Вот тогда, наверное, будут возможны какие-то улучшения, то есть какие-то шаги к улучшениям в России в плане там социально-экономического устройства, в плане защищенности людей и так далее. Еще такой момент. Николай сказал в последней беседе, что вот он не хочет, чтобы, скажем, Россия была под каблуком у Америки, как Германия, Италия или Япония. Я хочу на это напомнить, я это уже упоминал, но, видно, нужно еще раз, что, скажем, Германия, Франция и Турция, которые под каблуком у Америки, не захотели идти в Ирак в 2003 году. На мой взгляд, они этим совершили огромную ошибку. Особенно Турция, поскольку американцы не сумели воспользоваться теми базами, которые на ее территории находятся, и то, что мы сегодня имеем с ИГИЛом, и до этого имели много лет, вот этот террор предыгиловский, в основном тоже суннитский, фактически возникло из-за этого. Если бы американские войска изначально стояли там в Мосуле, Киркуке, Эрбиле, Сулеймане и прочих североиракских городах со смешанным курдско-арабским населением, я думаю, что, наверное, какая-то проблема с террором была бы, особенно после ухода американцев там 1,5 или 2 года назад по инициативе Обамы, но она была бы гораздо меньше, чем сейчас. Хочу напомнить такой любопытный, приятный факт, что Сербия потихоньку, похоже, движется в ЕС, не знаю, как в НАТО, но в ЕС, и недавно был подписан договор между Сербией и Косово. Он не признает, как бы, это не признание Сербии независимости Косово, но это определенный шаг на пути к нормализации отношений, очень серьезный шаг. В самом Косово сербскому населению предоставляется немалая автономия. И я хочу вообще напомнить, что Косово бы не было сейчас независимой страной, если бы не был сорван план Ахтисари, который предлагался ООН, поддерживался Западом и был сорван фактически под нажимом России, российского руководства. Если бы Сербия тогда не послушалась вот этого инстинкта, что, так сказать, большой брат северо-восточный лучше знает, не было бы этих проблем. Сербии предлагали уровень
автономии Косово примерно такой, какой был у Татарии, там, Башкирии, Якутии и прочих в России в 90-е годы. Все, как бы внешние отношения, внешняя там оборона, внешняя политика и так далее, дипломатия, все оставалось в руках Белграда. И жаль, что в том случае удалось достичь своих целей господину Путину и его компании. Я думаю, что все было бы гораздо, гораздо по-иному. Если бы, ну, мы все равно как бы выползаем, и это соглашение, оно показывает, обе страны выползают постепенно на нормальную европейскую стезю, но, по крайней мере, они вот выползают гораздо медленнее и тяжелее, но это говорит о том, что, ну, невозможно, просто вот нет, конечно, демократический сам по себе уклад, он построен на наличии альтернатив, но иногда альтернатив нет. Альтернатив цивилизованному передовому сообществу наций, живущих по каким-то правилам взаимного уважения, где большие уважают малых, малые больших, альтернатив этому интеграции, в частности для европейских стран, альтернатив европейской интеграции просто не просматривается. А теперь поговорим о другой теме, которую мы часто затрагиваем. Это тема того, как жилось в Советском Союзе, он же Совок. А вот Коля говорил много раз, что вот как бы 80% россиян типа считают, что им лучше было в Совке. Ну или точнее говоря, что из живших, вот когда Совок рухнул и сменился Гайдара Чубайсовской Российской Федерации, что вот 80% людей, которые тогда жили, понятно, многие умерли, многие тогда еще не родились, но вот им стало хуже. Не знаю, я уже много раз говорил на эту тему, на мой взгляд, не могло стать реально хуже, потому что хуже не было, некуда было. Но я могу вот привести, например, такой момент. Я очень часто слышу, что многие люди утверждают, что в Советском Союзе можно было в 3 часа ночи ходить гулять спокойно по своим районам. Я жил в Харькове в районе Салтовка. Это новостройка, она еще незадолго, за пару лет, наверное, только до въезда туда моей семьи перестала быть колхозом. Конечно, очень смешанное население. Не самый благополучный район. Я этот район любил. Трудно не любить. Надо совсем уже быть в оппозиции к окружающему миру в гораздо большей степени, чем я когда-либо был. Я часто бываю в оппозиции к окружающему миру. Тем не менее, надо совсем уже запредельно, наверное, быть настроенным враждебно, чтобы не любить место, где ты живешь. Но вот я точно могу сказать, как очевидец, даже до наступления перестройки у нас на Салтовке было не всегда можно спокойно гулять в 3 часа дня. Поэтому, когда люди говорят о том, что было можно спокойно гулять в 3 часа ночи по улицам советских городов, ну, либо они имеют в виду в основном центральные районы, которые в советских городах обычно были более благополучные и престижные, в отличие от Америки, где в основном ровно наоборот, где пригороды более такие фешенебельные и спокойные. Либо же просто эти люди врут. Извините, но они врут. Что касается чисто уровня достатка. Вот один эпизод. Моя мама рассказывала, когда мой отец служил в Ярославле, он был профессиональным военным, он был в ПВО, он мужчина никуда, он служил в ПВО. Значит, мама рассказывала, они однажды пошли в зоопарк, и там какая-то крестьянская семья была русская. Девочка видит то ли слона, там, то ли бизона, и говорит: «Мам, смотри, мясо ходит». Ну, что тут сказать? Вот у ребенка, причем из деревни, на уме мясо. В нормальном строе мясо именно на деревне должно быть завались. Другой такой занятный эпизод. У моего старшего брата была подруга. Она была родом из Волгограда. Очень талантливая была девушка, художница, если не ошибаюсь. Она была настолько нищая и рассказывала, что вот в Волгограде, у вас просто в Харькове рог изобилия, кстати, символ же Харькова рог изобилия, ну вот, что у вас действительно изобилие в Харькове.
Мои родители ей дали такое ироничное прозвище, титул, так сказать, принцесса без порток. То есть еще было не только как бы в целом фигово, но еще была градация фиговости. Харьков по фиговости был относительно еще, так сказать, неплохо стоял, хотя, между прочим, мы ездили из Харькова закупать еду в Белгород в свое время. Белгород, насколько я понимаю, вообще довольно искусственно созданная такая витринная образцовая область. Вот. Но Харьков это та как раз часть Украины, которую часто называют житницей Родины, житницей Советского Союза, Российской империи, житницей мира в свое время. Довести страну до того, чтобы импортировать зерно, страну, у которой самые плодородные в мире почвы, житницу некогда мировую, и до того, что люди в этой стране смотрят на зверей в зоопарке и говорят, мясо ходит, надо уметь. Вот. Ну и теперь я хочу поговорить напоследок немножечко об Америке. Вот я уже упомянул, что находящиеся под пятой Америки Франция, Германия и Турция не пошли в Ирак. Я упоминал раньше в разговоре с Николаем о том, что в 1994 году Филиппины, например, потребовали, чтобы Америка забрала свои военные базы. И Америка забрала, сейчас обратно они просят вернуться, потому что боятся Китая. Я упоминал 93-й год, когда я только приехал в Америку, когда Клинтон послал войска американские восстанавливать власть Аристида на Гаити, что было бы эквивалентом того, чтобы Россия послала войска восстанавливать власть Гамсахурдия или Эльчибея, или Курманбека Бакиева. Или того же там Масхадова, например. Я говорил уже на тему, в том числе и духовности, вот в свете недавнего этого опроса, по которому, значит, россияне считают Америку бездуховной страной, я говорил о том, что вот все эти веяния, типа там гомосексуализм и так далее, я к этому отношусь терпимо, но это скорее голландские веяния, это европейские веяния. Когда говорят об этом Америку, про Америку, что это как бы все из Америки идет, ребята. Во-первых, в Америке достаточно консервативного народу, даже сейчас при таком либеральном крене, когда вот легализовали гей-браки и так далее, которые этим недовольны, которые это осуждают. Другое дело, что их мировоззрение тоже довольно такое ограниченное, но, в общем-то, это такой хребет нации консервативной, который должен быть в любой нации. Даже в той же Голландии есть определенное количество людей совершенно нелиберальных взглядов, есть даже так называемое библейское кольцо, библейский пояс, вернее, Bible Belt. Это понятие, которое в свое время ввел американский обозреватель, очень такой интересный, Менкен, года в 20-е, и оно больше всего известно как раз по югу и юго-западу Америки, точнее, юго-востоку, ну так вот, то есть вот места типа собственно, классической конфедерации, там, Каролины, Джорджия, Флорида, а также, скажем, штаты типа Оклахомы, Теннесси и прочих вот таких. И это место, это территория, где живет более консервативное, в том числе белое население. Даже в первую очередь белое. Вот. Но, как я уже сказал, в Америке достаточно такого народу. И говорить о том, что это американские какие-то веяния, не приходится. Это скорее голландские. И когда проводят опросы в России, и люди говорят, что Америка там бездуховная, жестокая, аморальная и так далее, ну, стоило бы скорее провести опросы об отношении к Голландии или Португалии, там, Дании, где кусок столицы был выделен в так называемый вольный город Христиания, где было все легализовано вплоть до героина и кокаина. И через несколько лет или десятков лет копенгагенцы поняли, что это как бы это не совсем правильный путь. Потому что никакой локализации эта легализация не привела. Вот. Поэтому вот эти разговоры о том, какая ужасная бездуховная Америка, абсолютно мимо. Но я хочу поговорить о другом. Наверное, вот люди смотрят и думают, ну как это, что Америка такая прямо святая,
прям выше всех? Конечно, нет. Конечно, у Америки были свои и есть до сих пор свои проблемы. И в межрасовых отношениях, межэтнических и прочих. Конечно, все это создание там котла или мозаики, оно дается очень трудно. Ну, допустим, когда говорят о рабовладении, это не совсем справедливо, потому что именно Америка, вот официальная, мейнстримная, она покончила с рабовладением, так что тут немножко мимо. Но да, как бы Линкольн, республиканец, между прочим, первый, собственно, республиканский президент, именно он покончил с рабовладением ценой в конечном итоге собственной жизни. И, в общем-то, я считаю, что за рабовладение как таковое не несет ответственности те Соединенные Штаты Америки, которые после там 1800 какого 63-го, по-моему, года существуют. Извините за незнание истории собственной страны, проживание просто сейчас выпало из головы, когда кончилась гражданская война американская. Но так или иначе, вот за сегрегацию, которая продолжалась еще почти 100 лет, за скрытую какую-то дискриминацию, да, за это несет, но опять же, общество и некоторые его сегменты, не государство как таковое. Потому что государство американское много раз принимало акты, которые были направлены на то, чтобы со всем этим покончить. Безусловно, были проблемы в отношениях с индейцами, хотя также безусловно, что никакого намеренного геноцида индейцев не было. Число индейцев в США, кстати, сегодня примерно такое же, какое оно было на территории Северной Америки, когда только появились европейские колонизаторы. Конечно, учитывая, что европейские колонизаторы с тех пор увеличились примерно в 300-350 раз в численности, если брать Америку еще и Канаду, а индейцев осталось примерно столько же, это, конечно, не очень хорошо и не очень правильно. Но, по крайней мере, сказать, что это преступление, значит, вот намеренное, нет, были самые разные эпизоды, были эпизоды неподобающего отношения белых к индейцам и индейцев к белым. И, между прочим, почему-то никто никогда не говорит, что в этом же свете о том, что делали с индейцами колонизаторы испанские, португальские, французские, все валят на Америку. Зря. Несправедливо. И главное-то вот в чем. Когда мы говорим о мировом устройстве, вот мы говорим, например, о том, что Америка понатыкала свои базы повсюду, да? А где она понатыкала свои базы? Она понатыкала свои базы в таких местах, как Европа, которую, извините, но надо было защищать от Советского Союза. В таких местах, как Ближний Восток. И там американские базы находятся, потому что Саддам Хусейн напал на Кувейт в 90-м году, и его надо было выгонять. И затем сдерживать. И не только его, как оказалось. И в таком регионе, как Юго-Восточная Азия, мы только недавно видели очередное обострение отношений между двумя Кореями. И я написал тогда на Фейсбуке, Николай это видел, и могу сказать еще раз. Любой, кто кричит о том, что вот Америка повсюду натыкала свои базы, должен посмотреть на эту ситуацию корейскую и поймет, почему Америка это сделала. Почему американские базы находятся в Корее, в Японии, вероятно, вернутся скоро на Филиппины. Посмотрите на то, что происходит в Китае. С одной стороны, все эти, значит, захваченные острова, спорные и искусственно создаваемые другие острова. С другой стороны, финансовый крах и многие другие внутренние проблемы, которые, конечно же, будут подталкивать китайский режим к чему-то похожему на то, что уже делает Путин. Я лично думаю, ну я здесь уверен процентов на 90 точно, что мы увидим, как китайский режим сползет со своей вот этой вот умеренной, взвешенной позиции, нейтральной как бы, постепенно сползет на путиноидную позицию. И думаю, что окажется на свалке истории, оба они окажутся там. Но я хочу просто напомнить один факт. Изначально, когда была Корейская война, США не воевали там от себя и от своего имени. Они воевали там от имени ООН. Когда была первая война в заливе, США воевали там от имени ООН. Когда была война афганская, начиная с 2001 года,
и есть до сих пор еще идет. И, видимо, какое-то время будет идти. США там воевали под эгидой ООН. Дело не в Америке. Те вещи, которые Америка пытается как бы защищать и распространять по миру, в том числе иногда с оружием, это не более, не менее, чем то, что записано во всевозможных документах ООН, то, к чему на бумаге, на словах обязали себя и подписались и приняли все члены мирового сообщества, включая даже Северную Корею. Поэтому, если бы не было Америки, кто-то должен был бы это делать. Ну и это уже третий звоночек такой, видимо. Такую вот вещь я хочу сказать, говоря об ООН. Интересный момент. Были Лига Наций, было и есть ООН. Я еще раз повторю, если бы, например, ООН могла делать то, что делает Америка сама, без помощи Америки, было бы замечательно. Америка могла бы умыть руки и сказать, все, мы уходим в спячку, занимаемся своей жизнью. Именно поэтому ООН столь часто дает, можно еще вспомнить и югославские события, ООН столь часто дает мандат действия Америке, НАТО, ЕС, потому что это передовая часть человечества, и она обладает в том числе и военной силой проводить в жизни решения ООН. Так вот, была Лига Наций, есть еще какое-то время будет ООН. И это все-таки, как ни крути, западные проекты. Западные, как бы в условном смысле. Я все время говорю, как бы сегодня Запад это и Япония, и плюс-минус даже Индия Запад. У альтернативного блока, возглавлявшегося в основном Советским Союзом, были в свое время Коминтерн, были там какие-то еще организации. Была, конечно, такая как бы нейтральная организация движения неприсоединения. Но даже социалистический блок никогда не пробовал создать какую-то альтернативную ООН. Почему? Потому что все прекрасно понимали, что это будет фейк. Это будет подделка. Это будет грубая, неубедительная фальшивка. Потому что только ООН, которая базируется частью в США, в Нью-Йорке, частью в Женеве, предоставляет действительно свободную трибуну. Даже многим людям, которые, наверное, не заслуживают быть на этой трибуне, как всякие там Чавесы, как тот же Владимир Владимирович Путин, выступление которого с нетерпением ждут сейчас чуть ли не во всем мире, на Генеральной Ассамблее ООН. Тем не менее, даже Владимир Владимирович Путин ездит производить впечатление в Нью-Йорк, в Мюнхен, там Берлин, еще куда-то. Вот так оно сложилось. Ничего с этим нельзя поделать. Тут уж, как говорится, присоединяйтесь, барон, присоединяйтесь. Или не присоединяйтесь, это ваш барон право. Барон, боярин, как угодно. Ну, на этом, пожалуй, все. Снова украду заключительную фразу у ведущих одной из лучших передач на «Эхе Москвы». Будьте умничками, слишком сильно не балуйтесь. Всего лучшего.